Готовим печенье гата. Берем кефир, добавляем соду, хорошо перемешиваем, кладем соль, сахар, одно яйцо, сливочное масло растопленное. В самом конце кладем муку, замешиваем тесто. Готовое тесто убираем в холодильник на 30 минут. Для начинки берем муку, добавляем сливочное масло, растираем муку с маслом, добавляем сахар и грецкие орехи. Хорошо перемешиваем, убираем в сторонку. Дальше тонко раскатываем тесто. Сверху кладем начинку. Сворачиваем все в рулет. Нарезаем на толстые полоски. Выкладываем на противень, смазываем яичным желтком и выпекаем 30-35 минут. Печенье гата готово. Всем приятного аппетита! С вами была Дания.